Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и у меня такое вот для вас сообщение, дорогие зрители. Завтра в 4 часа по московскому времени, ну в 16 часов, будем проводить стрим, на котором я буду отвечать на ваши вопросы, ну и также, возможно, во что-нибудь поиграем. Во что-нибудь такое простенькое, что не будет сильно отвлекать от ваших вопросов. Поэтому приходите, дорогие друзья, приносите с собой печеньки, чайку заваривайте, ну и приносите с собой вопросики. Если вам неудобно такие, в 4 часа по московскому времени, ну, возможно, такие просто есть, то могу в 17 часов по московскому времени. Напишите в комментариях, как вам будет удобно, но не позже. Я бы мог бы в воскресенье, конечно, бы этот стрим провести, но в воскресенье меня дома не будет. Поэтому никак не получится в воскресенье. В общем, напишите в комментариях, как вам удобно. Завтра я хочу провести стрим. Вот такое вот сообщение. Вот такое вот я делаю. Я делаю это видео для того, чтобы зрители успели собраться к завтрашнему дню. Ну ладно, на этом все. Завтра приходите на стрим. Пока.